Добрым утром, друзья! С вами StivePro, и сегодня покажу вам мод на дракона для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются настоящие драконы, которых вы можете приручить. К примеру, мод является такого дракончика, как видите, у него две головы. И на самом деле, как вы могли подумать, это алмазный дракончик. Да, он целиком сделан из алмаза. Ну что же для этого вам понадобится? Для этого понадобится такое яичко, обычное яичко. Вы просто его ставите на любой блок. Совершенно любой блок, и берете определенный блок, с которого хотите, чтобы стоял ваш дракон, и после чего тапаете этим блоком по вашему яичку, и яичко превращается в этот блок. Сразу напоминаю, вы можете использовать только несколько блоков. Это алмаз, обсидиан, ведро лавы, кустарник и что-то еще. Если честно, я забыл. Ну, сейчас он должен вылупиться, если не ошибаюсь. Так, маленько подождем, побегаем. Так, привет, дракон, что за нами бегаешь? Эй! Все равно тебя покормить могу. И, кстати, драконов этих надо кормить именно тем предметом, которого вы его выращивали. То есть, смотрите. Так, вот он появился. И теперь мы можем его кормить вот этими обсидианами. Смотрите, сейчас вам покажу. Просто тапаем этими обсидианами по нему. И, как видите, все обсидианы, он их, можно сказать, кушает. И потом, в скором времени, он может превратиться в большого дракона. Может быть, сегодня вы это увидите. И на нем вы уже сможете полетать. Да, на маленьком драконе, к сожалению, летать нельзя. Что ж, давайте сейчас. Так, ну, привет, друзья. Давайте попробуем их. Ну что ж, готовы последний обсидиан скормить? Ух ты, нифига себе! Как я сказал, нам сегодня удалось вырастить такого большого дракона, на котором мы сегодня даже успеем полетать. Ух ты, это просто класс! Я не знаю, что еще можно сказать про этот мод. Просто мод заслуживает лайка, поэтому давайте наберем 25 лайков. Надеюсь, нам это будет несложно. Он просто прикольно машет этими крыльями. Это просто классный мод. И также с этого динозавра вы сможете спуститься. Но, если честно, спускаться я не хочу. Но иногда бывают и такие баги с мерцанием текстур. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.